Товарооборот между Татарстаном и Турцией должен вырасти до миллиарда долларов. Такими планами поделился с представителями СМИ новый генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан. Сейчас эта цифра чуть более 300 миллионов долларов. Исмет Эрикан уже начал визиты вежливости в республике, которые входят в сферу ответственности казанского генконсульства. Пока его сопровождает переводчик. Ни одним из государственных языков Татарстана он не владеет. Но заверил, результат не заставит себя долго ждать. Я знаю болгарский язык, он поможет мне в изучении русского. Мой родной турецкий станет подспорьем в изучении татарского языка. Но хочу сказать, работал в Тайване, китайский так и не выучил.